Здравствуйте еще раз всем. Показываю для сравнения влияние катушки гетеродина на девиацию частоты. Вот та же самая плата. Здесь видно, что я заменил один контур. Вот там сейчас вместо стандартного контура у нас стоит амидоновская катушка. Вот то, что я делал на всех предыдущих версиях. Вот, и она у нас дает стабильную достаточно частоту. Вот, и частота у нас практически никуда не уходит. Я тестировал. Вот, и все работает у нас хорошо и замечательно. Всем привет, Вадим, KB1 RLI 73.